Премия главы одаренным детям вручается ежегодно 11 лет подряд в январе. И всякий раз, когда открывается занавес на сцене театра, зал замирает. Через минуту на сцену поднимутся звездные дети. Они достигли блестящих результатов в культуре, образовании, спорте. И для них сейчас все по-взрослому, даже балет. Хотя у каждого номинанта за плечами десятки всероссийских и даже международных престижных площадок, где они уже проявили себя. У меня есть уверенность, что медные трубы, эти молодые люди пройдут. Все остальное, что их ждет в жизни, конечно же, будет связано с молодостью. И, конечно, та премия, которую они сегодня получат, это наше уважение, наша дань уважения за тот труд и те успехи, которых они добились в прошедшем 2014 году. В этом году 56 звездных номинантов поднимутся на сцену. Победители литературных конкурсов и интеллектуальных марафонов, лауреаты международных научно-практических конференций, всероссийских школьных олимпиад, талантливые фотографы, шахматисты, участники многодневных туристических маршрутов, юные спортсмены, солисты ансамблей, сертификаты в руках, фотография на память с главой города и теперь целая феерия талантов на сцене. Семен Богданов солирует со взрослым оркестром. Впервые на сцене ансамбль скрипачей. Впервые на двух роялях четыре руки играют преподаватели музыкальных школ. Это они отшлифовывают жемчужины талантов и учат, что важнее всего для достижения успеха. Говорят, терпение и труд все перетрут. И даже на моих детках это видно. У меня есть, были многие детки, которые приходили, вот из них одна такая Ира Дзюба. Мы даже назвали ее Шептунчик. А сейчас она поет лауреат международных конкурсов. И много таких детей. Конечно, очень приятно, когда приходят талантливые дети. Вот. Я люблю труд. Труд, труд и труд. Они любят это искусство, любят дарить радость всем зрителям, своим родителям. Таким образом они говорят спасибо и, конечно же, мне, педагогу. Признание детских достижений – это награда и родителям, и педагогам. Папа Николая Клименкова, к тому же, и его учитель музыки. Он хорошо знает, что такая премия дает в начале пути творческой детворе. Уверенность в дальнейшем. Вера в себя творит чудеса, и это в очередной раз подтвердил звездный дождь талантов.